понимаете? А вот это я сейчас я посмотрю. Насчет уточню. Ответственности, понимаете же, да? Давай. Угу. Ну, тоже нет. Что это может рассматривать как взятка. Ну, команда, ну, уже взрослые люди, ничего, Александр, дача взятки это карается, понимаете, законом? Ну, я понимаю, правда, не, ну, зачем? Я уже дед. Ну, вы деньги даете зачем? Я уже дед. Чтоб мы вас отпустили, Александр. Я тоже внук. И... А, Александр. Вы деньги сейчас даете, чтобы мы вас отпустили? Ну, зачем вы так делаете семью? Ну, а как это? Ну, что это? А, Александр. Вы даете, чтобы просто, да чтобы мы поехали дальше или что? Ну, говорите, как есть. Просто, чтобы я поймите, что это самое я. Чтобы вы поехали дальше. Беспрепятственно, правильно? Ну, то, что спецразрешения нет маршрута, правильно? Ну, вот, наверное, отклонился, ну, вниз случился. Просто дача взялся, карается, понимаете? Нет, я никому ничего не хочу. Ничего там сложного.